Я имею в виду как раз то, что они были лидерами после короткого танца, затем бабах, произвольно проигрывают, и опять брат и сестра Шабутани первые. Ну, возможно, тут, опять же, причин может быть несколько, что в какой-то мере, да, после первого места и после первого дня ребята заняли первое место и немножечко расслабились. Все, мы первые, значит, так теперь и будет. Ну, видимо, не будет, потому что недооценивать американские дуэты. Игоря и Марина тренируются, это, в общем-то, себе дороже, что и показала практика. Ну что, смотрим. Елена Ильиных, Никита Кацалапов, самба, румба и самба. Хип-хип, чин-чин. Ну, очень популярная композиция в этом сезоне танцевальных дуэтов. Some might be saying, hip hip, chin chin, the river's such a thing. Ребята начали с дорожки шагов. Да, ребята начали с дорожки шагов. И ребята начали с таким хорошим задором, так, по-хорошему, по-спортивному, агрессивно. Обязательно румбу заходит. Румба, да, заходит. Что первая серия румба. И, возможно, позиция далековато. Здесь мы видели, что на третьем клизме Никита и качнул его. Первый и второй немножечко разошлись в разнобой. Вот это вот сейчас опять была как раз румба, да, и чектау. Ширина вот этого чектау имеет значение, насколько я понимаю. Ну, конечно, чем шире определим. То есть должно быть большим на хороших дугах. Поэтому оно должно быть исполнено в максимально близкой позиции. Поэтому, соответственно, свободные ноги тоже должны быть параллельными. Нельзя сказать, что румба самый тяжелый из этих танцев, но тем не менее определенных, конечно, навыков не требует. Поддержка вращения? Да. Ну что же, 62 балла они набирали в этом сезоне за свою румбу, самбу, румбу. Самбу, румбу, самбу. Неплохо, но вот те самые твизлы, которые, да, не совсем чисто были исполнены Никитой, в этот момент важный для нас как судьи. И ощущение такое, что плюсы они наберут в основном на дорожке шагов, которая была в начале дорожка программы. Дорожка шагов была очень здорово исполнена, так что я думаю, что это, конечно, должно им сильно помочь. Возвращаясь к предыдущей паре, это латина, по-моему, больше на латину было похоже. Больше, да, чем у китайцев, бесспорно. Может быть, Сереж, давайте вспомним вообще первое впечатление от них, когда они появились, когда вы их первый раз увидели. Я на самом деле, как правильно сформулировать, но я очень люблю эту пару, мне очень нравится эта пара, и в принципе я считаю, что они одни из тех, за которым будущее российских танцев на льду.
Лене 17, Никите 20, они чемпионы мира среди юниоров позапрошлого сезона. По-моему, да, если я сейчас... Нет, это точно. Они, а прошлый год у них был первый год на взрослом уровне, они четвертыми на Европе стали. И седьмыми на мире. И вот седьмого места на мире они очень расстроились, потому что... Ушли к Николаю Морозову от Александра Жулина, да. Расстроились, потому что у них есть такой, ну, это у Лены, я так понимаю, в первую очередь, легкий бзик пройтись путем Тесса Верчи и Скотта Мойра. Там показывают... Насколько параллельно работают ноги? Насколько реберные у них. Вот сейчас нам Чиктау как раз показывают. Чуть-чуть там, да, по-моему? Никита, да, было видно. Цепанул коньком. Они хотели пройти путем Верчи Мойра, а Верчи Мойр в первый год на взрослом уровне стали шестыми. Но, а кроме этого, для них, конечно, прошлый сезон был тяжелый. Они проигрывали Шабутане по ходу всего сезона, начиная с первого этапа Гран-при. При том, что до этого брата и сестру из Америки они обыгрывали. Слева Николай Морозов, справа Людмила Власова. В этом году, опять же, на первом этапе они проиграли Шабутане. Выиграли короткий танец, но общий проиграли. Играли, но надо уже тогда путем. Сейчас видим, да, как раз, что конец у нас. Вторая отсутка стала доминировать на первой. Да, да. Компоненты неплохие. Они пока первые. Сейчас небольшая пауза, затем еще три сильных дуэта.